государственного флага России в Парке Победы прошла патриотическая акция «Живой флаг». В этом году исполняется 30 лет с того момента, как триколор утвердили государственным флагом Российской Федерации. Поэтому мы решили отметить таким образом эту дату. Мы собрали 30 молодых людей, приготовили 30 шариков в цвете триколор, развернем большую копию флага и запустим в небо шарики, тем самым отметив этот праздник. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Мероприятие мне крайне понравилось, я получил много положительных эмоций. Встретил множество знакомых лиц, приятелей и знакомых, которыми мы вместе проводили время на соревнованиях. Я с детства был патриотом, я любил свою страну, мне нравилось слушать гимн, я любил смотреть на наши парады. Флаг России у меня глубоко в сердце. Государственный флаг – это очень важный символ для Российской Федерации, в принципе, для всех граждан Российской Федерации. Нужно чтить, уважать данный символ, который является одним из важнейших для нашего государства. С днем российского флага!